Только что ты забрал уже второе золото чемпионат России. Как настроение? Доволен? Все получилось здесь? Или что-то чем-то недоволен? Нет, всем доволен. Все получилось, что было запланировано. Теперь будем готовиться к чемпионату Европы. Вот это через две недели, да, по-моему, чемпионат Европы будет? Да, быстро начинается. Быстро, да, как бы? Да. Как будем бороться за медали в очередной раз? Или за первое место? Будем бороться за самое высокое место? Да, едем, чтобы бороться за медаль. А там есть конкуренты? Естественно, там очень много сильных. Кто главный конкурент? Наверное, немцы? Да нет, испанцы, немцы. Там в каждой стране есть достойные соперники, которые показать хороший результат. Ясно. То есть будем бороться. Удачи, чтобы у тебя все получилось. Большое тебе спасибо.